На сцене Видновской школы номер 5 агитбригада отряда юных инспекторов движения. У них сегодня дебют. Свою программу по правилам дорожного движения ребята подготовили к конкурсу «Безопасное колесо», который в скором времени пройдет в Ленинском районе. Ученики 5 класса пришли на смену юитовцам прошлого года. Начали мы, конечно же, с теории. Ребята учили вопросы по правилам дорожного движения, по медицине, по оказанию первой медицинской помощи. Учили знаки, все виды знаков учили. Вот. Ну и как финал, это подготовка агитбригады. В программе выступления агитбригады был рассказ об истории создания движения юных инспекторов. В этом году ему исполняется 45 лет. Уже к концу 1973 года в Советском Союзе насчитывалось около 14 тысяч отрядов юид. Юидовцы имеют свою форму одежды, которую для них изготавливают за счет средств госавтоинспекции. И специальный жезл, регулировки, об этом и многом другом рассказала Ирина Чекмарева, сотрудник ГИБДД. Кстати, вот эти вот жезлы раньше были у инспекторов дорожного движения. Это сейчас у нас жезл полосатый, да, знаете? А вот раньше они вот так выглядели. И вот здесь вот красный кружочек, он со световзвращателем для того, чтобы сотрудников всегда было в темное время суток видно на дороге. Ребята из агитбригады провели блиц-опрос для учащихся младших классов на знание правил дорожного движения. Кто отвечал «нет», тот абсолютно прав. Сигнал свистком служит для привлечения внимания участников дорожного движения, а не пешеходов. Почти со всеми вопросами малыши справились. Именно для них агитбригада и подготовила свое выступление. Надеюсь, что детишкам понравилось. Мы прежде всего делали это для них и для саморазвития. Надеюсь, что всем все понравилось. Ребята артистичные, держали публику. Всегда было интересно услышать что-то новое от них. И коллектив, вот видно, пускай он молодой, но уже боевой. В заключение представления участники мероприятия посмотрели юмористическую видеозарисовку, созданную предшественниками нового отряда юидовцев, в которой повествуется о том, на какие ухищрения идет ребятня, чтобы стать инспекторами дорожного движения. Что же касается реальной жизни, то юидовцы из 5-й школы всегда участвуют в совместных рейдах на безопасном переходе, раздают листовки, одним словом, являются верными помощниками инспекторов дорожного движения. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.